Всем привет! Всем привет! Сегодня будет очень интересный баг от моего подписчика Топка28. Этот баг делается очень быстро и легко. А сейчас время туториала. Давай, показывай, как его делать. Очень интересный баг с луком. Берем любой... Гарпун? Да, гарпун. Желательно тот... Без ограничения для времени, который, да? Да. Ну, лучше золотой. Так, берем лук. Все, я взял. Так, что теперь надо делать? И стрелять по полоске, в которой стрела находится. Стоп, о, что? Что ты сейчас только что сделал? Я попал по... Ой. Ау. Нужно стрелять в полоску в этом луке. Где стрела, там есть такая полосочка, и в нее нужно попасть. Получилось? О! Получилось! Давай теперь с кораблем попробуем это. То есть да. Я сейчас его заспавню. Ты себе тоже сделай это. Я лечу как стрела. А, постой, а мне интересно, а что если... А попробуй попади в меня. Стой, подожди. Теперь лети куда-нибудь. Ты меня схватил и ты можешь... Я за тобой лечу. Так прикольно, я как стрела. Я, получается, попал куда? Именно в эту часть, откуда стрела вылетает. Главное не в руку попасть, а именно туда, куда, откуда стрела вылетает. Да. А мне получается надо стрелу стрелять, когда она уже. О, все. Аж получилось. У меня готово. Да, теперь я сейчас. Все. Я корабль. Получилось. Ты просто посмотри, я твой корабль поднял. Я вижу. Что я с моим просто кораблем? Улетел. Он уплывает. Лови его. Пытаюсь. Ты можешь еще раз выстрелить. Если не долетаешь. А, тут можно дубл джамп делать. Да не только. Тут можно постоянно прыгать. Я твой корабль схватил. Я вижу. Получается, как можно это... в полете делать еще один прыжок и таким. Да не только один, еще больше. Ну, вообще бесконечно. Хватай, ты импостер, я вот этого. Я буду импостер. Я схватил импостера. А я Молли поймал. Или как его там? Он упал в бездну! Да. А сейчас давайте пройдем билд-бот на этом баге. Все, улетим. Ой. Ой. Нас этот барьер не пускает. Пошли сверху. А, ну, ладно. Да, проходим пару уровней. Они нам тут не разрешают проходить. Через текстурки, значит, не получается этим багом проходить. Я там, где черная стена. Вижу. Ее надо сверху прилететь. А давай попробуем вниз пойти. Вниз? Меня подожди. Там же тоже текстурка. А, ну ладно. Так. Пошли быстрее, тут уровень сейчас прогрузится. Давай тут на этом уровне посидим немножко. Давай. Вот здесь. Он прогрузится. А мы потом из него не выберемся. Это как ловушка. Быстрее бежим. О, успели. Мы уже почти прошли. А здесь мы можем через свет пролететь? Или он да. Тоже как текстурка? Наверное. Ну ладно. Ты тут? Да, я за тобой, я просто немножко отстал. Ой, я немножко отстал. Все, я уже на сундуке. Ой. Тебя сундук выкинул. На сундук выкидывает. Ха-ха-ха. А, я так понял, надо убрать. Я успел, я первее. Ах. Ну ладно. Всем пока. Это наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Геймс. Всем пока. Пока. А!